два, три, этот мир ты посмотри. И поймешь, лучше мира не найдешь. Это я, это он, это ты. Это сад, это дом из мечты. Приходи в этот дом, станем мы с тобой мечтать, как бы облако на радугу поймать. Раз, два, три, и снаружи, и внутри. Этот мир удивителен и мил. Чем новичок? Ха! С таким мечом и в новой форме победа нам обеспечена! Бозо, не пора ли прибраться в комнате? Сейчас, мам, мы мигом! Ну где же они? Ой, привет! Вы что, не готовы еще? Опаздываем! У нас вещи пропали. И кеды, и футболка, и мячик. Вчера вот тут лежал. Значит, он и до вас добрался. Это темновичок. Кто? Темновичок. Зверь такой. Тащит все, что плохо лежит. И прячет по темным углам. Мне деда рассказывал. Кажется, я про него уже слышал. Темненький такой. Мохнатый. Ага. Так и знала, что дело не в уборке. А в чем же мы теперь в футбол играть будем? Ой, это что за мяч такой? Это последняя модель из города. Новое слово в спорте. Международное. Ого! Опа! Ой! Вот так спортсмены. Ну и ну. О! Ой! Три ноль в нашу пользу. Поздравляю, вы победили. Великоваты сапожки-то. Для футбола лучше кеды завести. Да есть у нас все. И кеды, и мячик. Проделки темновичка. Да, мы с Николаем тоже такого знаем. Заходит к нам иногда. Вот, а теперь и до нас добрался. И главное, нужное взял. А ненужное даже не тронул. Бо про него слышал. Ага, темненький такой, мохнатый. Скажи, Коля. Ага, точно. Точно? Ты ко мне приходил. И никакого от него спасения. Спасение только в одном. В уборке. Ну, пока. Завтра отыграемся? Правда ведь, Зо? Отыграемся. Но сначала найдем этого темновичка. Коля, до завтра. Темновичок, выходи. Зо, а может не надо? Ну, стащил и стащил. Пусть пользуется. Ты что, снова проиграть хочешь? Зо, а вдруг он большой и сильный? И рассердится. Был бы он большой, в углу бы не поместился. Он наверняка малюсенький. Кто малюсенький? Темновичок. Если он малюсенький, то все равно сильный. Вон сколько всего утащил. Все равно мы его найдем и заберем нашу форму.
Ой-ой-ой, как же вы найдете вашего малюсенького... Темновичка. Да, в такой огромной куче вещей. А мы ее разберем. Хорошая идея, Зо. Ура! Зо, смотри, мои кеды! Моя футболка! Наш мячик! Вот он! На своем месте лежит. Ура! Я знала, что уборка поможет! И я тоже знала! Такой прекрасный порядок ни один темновичок не захочет портить. Ага! Это ведь устаревшая модель. Зато проверенная. Совсем другое дело.